быть спокойной. Нет, ты сейчас говоришь глупость. Я хочу, чтобы ты разобрался с этим. И прямо сейчас. Он разберется, милая, но если ты будешь так заводиться, это никому не поможет. Вот именно, Джимми. Кто это, а? Ты его знаешь? А? Нет. Это отец той проклятой девчонки? Вы ее отец? Эта девчонка сломала нос моему. Мистер Брокер. Она сделала это специально. Что случилось? Что ты собираешься? Мэдди в порядке. Она в классе. Идемте. Что происходит в этой школе? Скажите мне. Кэсси. Я хочу видеть своего сына. Кэсси. Кэсси. Тедди, милый, ты в порядке? Какой ужас, тебе больно? Смотри, сколько крови, это же новая рубашка. Нельзя пускать этих тварей на детскую площадку без поводка. Эй, что эй, а? Хочешь что-то сказать? Все, успокойся, Кэсси. Хочешь что-то сказать мне? Отсюда. Лучше будет, если они уйдут. Мы едем домой, успокойся. Что это на нее нашло? Я что, неправильно? Это Кэсси Бадайн. Последний раз она угрожала директору школы. Их сын — это особый случай. Кстати, я Сьюзен Хэтч, школьный психолог. Фил, брокер. Знаете, у вас хорошая дочь. Ты в порядке? Что произошло? Я предупредила его 2 раза. На камерах хорошо видно, как Мэдди сильно наподдавала Тедди. И сделала это довольно уверенно. Он первый начал. Он хулиган. Мэдди, перестань. Наверное, это моя вина. Я научил ее защищаться. По-вашему, девочка должна драться? Нет. А вот защищать себя, да. Мэдди, ты не подождешь в коридоре минутку? Да, мэм. Спасибо. Зачем вы переехали сюда? Для многих это настоящая глушь. Она захотела лошадь. Мать Мэдди выросла здесь, так что это хорошее место, чтобы начать сначала. Я знаю, что у вас умерла жена недавно. В том году? Да. Ей было нелегко. Ее мама долго болела. Что-нибудь еще? Чего он приставал ко мне? Он думал, ты другая. Другая это какая? Он думал, ты Тихоня. Что ей все это сойдет с рук. Лучше. Что я говорила? Этот парень просто домой, уходит. Джимми. И никакого наказания. Кэсси. Отвези ее домой, Джимми. Сделай что-нибудь. Останови его. Хорошо. Эй, брокер! Эй, Джимми! Брокер! Жди у машины, милая. А ты? Подожди у машины. Врежь ему, Джимми! Джимми, вернись в машину. Мой сын хочет услышать извинения. Успокойтесь. Вам же сказал шериф. Джимми, садись в машину. Какая-то мелкая дрянь бьет моего сына. Этот парень должен принести извинения. Правильно, Джимми. Не называйте это, пожалуйста. Не называйте. Пожалуйста, сядь в машину, милая. Не отворачивайся от меня. Прошу, милая, садись в машину. Давай, Джимми, врежь его, Джимми! Джимми, хватит! Стой! Эй, хватит! Арестуй его, быстро! Пусти его! Что сказал, отпусти его! Убей этого ублюдка отсюда! Задержи его, Кит! Отойдите! Какого черта? Задержи его! И ты спустишь ему это с рук? Кэсси, заткнись! Давай, милая. Сделай что-нибудь! Все хорошо, милая, иди в машину. Ты уверен? Да, все хорошо. Езжай домой. Давай. Вот тупой кретин. Кит, сделай же что-нибудь. Дыши, Джимми. Боже, правый. Да. Давай, иди отсюда! Вы меня задержите? Нет, нет. Я видел, что ты произошло. Живой? Да. Он немного вспылил. Но вы повели себя слишком жестко. Вы унизили его перед сыном, мистер Брокер? Он меня тоже, шериф. Она в порядке? Все хорошо? Вы недавно переехали в старый дом Гриффинов. Чего вы забыли в нашей глуши? К чему все эти вопросы, шериф? Ну, может, я хочу быть дружелюбным. А может, мне скучно или любопытно, или еще что, это не важно. Задавать вопросы — моя работа. Я не сдержался, шериф, этого не повторится. Папа, там учителя смотрят на нас.